самые современные достижения, самые современные данные, самые современные эксперименты, которые ставятся в реальных лабораториях. Так, о биотехнологическом факультете МГУ, который открылся на базе Пущинского научного центра в 2014 году, отзываются преподаватели и студенты. Дипломы магистрантам вручили в филиале Института биоорганической химии. Они первые. Они пошли на новый факультет. Они пошли в неизвестность. Они сделали вот этот шаг. Ну, наверное, они в какой-то степени первооткрыватели, немножко авантюристы. Ну, в хорошем смысле слова. И вообще они замечательные ребята. Я желаю им всего наилучшего, чтобы у них великолепно сложилась научная карьера. В то время, когда пущинские выпускники стремятся в столичные вузы, москвичка Диана Каневская приехала получать магистерскую степень именно в наш город. Учеба на биотехнологическом факультете оставила у меня только самые положительные впечатления. Здесь я получила много новых знаний, таких, которых я вряд ли получила бы в каком-то другом месте. Я очень счастлива, что сюда поступила, действительно. Диана, обладательница красного диплома, планирует заняться научной деятельностью в биологическом направлении. Она возвращается в Москву. А вот Наталья Егозарьян, приехавшая из Уфы, решила остаться в Пущине. На данный момент я решила остаться в своей лаборатории энзиматической деградации органических соединений Института биохимии, физиологии и микроорганизмов имени Скрябина. Так как у меня сложились довольно-таки теплые отношения со своим научным руководителем, мне очень приятно было проходить практику в данной лаборатории. И, в общем-то, меня пригласили в аспирантуру, и я планирую поступать этим летом. Первый выпуск магистратуры биотехнологического факультета Московского государственного университета – это 7 целеустремленных, смелых и талантливых человек. 5 магистрантов получили красные дипломы и памятные медали. Торжественное вручение состоялось в главном здании МГУ. Как сегодня сказал академик Садовнич, ректор университета, ну, говорит, что когда Ломоносов открывал Московский государственный университет, который был в 1755 году открыт, там тоже было мало. Но все выпускники стали выдающимися людьми. И наши выпускники – это будут первые ласточки, которым стоят очень большие задачи для создания современной биотехнологической промышленности. Решить эту амбициозную задачу нынешним и будущим выпускникам помогают научные сотрудники пущинских институтов, которые преподают на биотехнологическом факультете. В дальнейшем схема обучения будет меняться и усложняться. Станет больше практики, увеличится взаимодействие с другими факультетами МГУ. Екатерина Рускова, Андрей Михайлин, Михаил Поляков, ТВС Пущино.